В этом году в районных этапах сильнейшими стали 22-я, 88-я, 85-я и 59-я школы. Они встретились в финале. Юные инспекторы должны были продемонстрировать свои знания на 5 станциях. Участники разбирали ситуации на перекрестках дорог, проверяли знания в области медицины и основ безопасности жизнедеятельности. Выясняли, что означают дорожные знаки. Также ребята должны были правильно проехать специально построенную трассу на велосипеде. Испытание проводилось на время. Каждое касание земли на ногой или препятствия наказывались штрафными баллами. На последней станции команды соревновались в творческом конкурсе. В итоге в общекомандном зачете места распределились следующим образом. Третье место заняла команда из школы номер 59. Второе место у учеников школы номер 85. На первом месте команда школы номер 22. Эти ребята теперь будут представлять наш город на краевом конкурсе.